Пошли на крайние меры. Автомобилисты Березовского, отчаявшись дождаться качественного ремонта дорог, обратились в суд. Поможет ли Фемида залатать дорожные дыры, знает Юлия Воронина. Посмотрите, таких повреждений по всему Березовскому городскому округу насчитывается несколько десятков. Антон Кудряков – один из местных общественников. Борется за хорошие дороги, правда, необычным способом. Оружием активистов в этой войне стал фотоаппарат. В архиве у активистов сотни фотографий. Качество дорожного покрытия оценивают с уровнем в руках. Автомобилисты заявляют, фотографами стали не ради забавы. Собрав внушительную коллекцию снимков, отнесли их в суд Березовского городского округа. Обвиняют местное ЖКХ в некачественном содержании и ремонте дорог. В Березовском городском суде нам отказали в удовлетворении нашего заявления. Мы хотим, чтобы этот судебный акт был отменен, чтобы суд признал их бездействие по ремонту и содержанию дорог общего пользования незаконным, обязал устранить нарушения в 5-месячный срок. Общественники подали апелляцию. С коммунальщиками теперь спорят в областном суде. Ответчики с претензиями в свой адрес не согласны. Содержание – это беспрерывный процесс, и оно осуществляется постоянно. Сегодня данная дорога, как по мнению заявителей, не надлежащего состояния, завтра данная дорога приведена все в соответствии с нормами. Поэтому я считаю, что это все рабочие моменты. Общественники решили, если проиграют, будут подавать новый иск. А чтобы ям на дорогах было меньше, сами готовы участвовать в приемке после ремонта. Мы надеемся, что после благоприятного исхода администрация услышит голос народа и будет приглашать ответственных автолюбителей на важные мероприятия. Сдача после ремонта дорожного полотна в городе Березовском. Этот процесс можно назвать беспрецедентным. Обычно подобные исковые заявления подают надзорные ведомства, а не простые жители. Фотоохоту на дорожные ямы березовские автомобилисты заканчивать не собираются. Как только растает снег, планируют пополнить коллекцию новыми снимками и надеются, что такие действия, подкрепленные решением суда, привлекут внимание ЖКХ и администрации. Юлия Воронина, Александр Жанников. События ОТВ.